На гондоле этого электрогенератора помещается вертолет. Высота его лопастей превышает 40-этажное здание. В ходе своей работы он не нуждается ни в каком топливе, поэтому он совсем не загрязняет окружающую среду. В течение 20-летнего проектного срока службы он получит из воздуха 400 миллионов киловатт-часов. Все предпосылки заключаются в том, сможет ли он быть произведен и сможет ли он выдержать все природные испытания. Это гигант среди ветрогенераторов. Производство уже подвиг. А установка в море еще и в сезон тайфунов станет беспрецедентным вызовом. Для его изготовления необходимо использовать наиболее передовое оборудование, которое есть в настоящее время. В первую очередь речь об этом крупноразмерном фрезерном станке. Это самое точное в мире оборудование по обработке крупных металлических деталей. Оно имеет две специальные функции. Во-первых, оно разрезает железо как глину, а во-вторых, оно способно с микроскопической долей погрешности обрабатывать детали диаметром более 3 метров. Материал, из которого производится этот подшипник, в 5 раз крепче нержавеющей стали, из которой сделаны наши кухонные ножи. Но этому станку, чтобы сделать надрез в таком прочном материале, требуется всего 45 секунд. Прошло 3 часа. Одна важная деталь подшипника прошла обработку. В процессе крайне быстрого вращения подшипника любой мелкий недочет может быстро превратиться в большую проблему и привести к серьезному повреждению. Традиционные методы тестирования уже вряд ли смогут удовлетворить высокие требования к стандартам качества. Именно в этот момент на арене появляется другой монстр – крупнейший в мире 3-мерный детектор высокой точности. В целях обеспечения достаточной твердости головок его датчиков, а также достижения цели максимально точной проверки, все головки датчиков сделаны из дорогих рубинов. Для сравнения приведем такой пример. Если на поверхности начертить круг диаметром 3 километра, но в одном месте будет небольшая неровность размером с песчинку, она все равно будет обнаружена. Главный подшипник для SL5000 должен иметь размер чуть более 3 метров. Разрешимая погрешность при обработке такого огромного подшипника не должна превышать 6 микронов. С таким мощным оборудованием удалось произвести все подшипники для SL5000. Высота самого большого из них эквивалентна 2-этажному зданию. В будущем он будет установлен в нижней части гондолы ветрогенератора.
С его помощью морской гигант SL-5000 сможет свободно поворачиваться в соответствии с направлением ветра. Электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению, это так называемый переменный ток. Это одно из величайших изобретений человечества, открытых 130 лет назад. Но когда переменный ток был только-только изобретен, никто не понимал его значение для будущего человечества. Великий изобретатель Томас Эдисон был решительно настроен против переменного тока. Поэтому он с помощью различных средств и даже с молчаливого согласия своих помощников привел в пример случай смерти слона от электрического тока, чтобы доказать вред такого тока. Рассматривая эксперимент Эдисона сегодня, мы видим, что он только доказывает его силу. Постепенно выявляя для себя преимущество переменного тока, человечество быстро вошло в эпоху электрического привода. Сегодня жизнь человечества уже неразрывно связана с переменным током, так как он является основной движущей силой человеческого общества. Поэтому люди постоянно ищут различные способы удовлетворить эту потребность в электроэнергии. Сжигание ископаемых источников энергии – это наиболее удобный способ получения электроэнергии. Однако невозобновляемые ископаемые энергоресурсы рано или поздно будут исчерпаны. Что же касается выбрасываемых загрязняющих веществ в результате сжигания ископаемых энергоресурсов, то уже доказано, что это главный виновник многих экологических бедствий. В ходе научно-технического прогресса человечество постепенно освоило различные методы получения чистой электроэнергии, включая гидроэнергию, атомную энергию, энергию ветра, солнечную энергию и многое другое. Но до сих пор неизвестно, какой из этих методов может оказаться наиболее подходящим путем решения проблемы. Среди альтернативных источников энергии, которые развиваются и используются человечеством, выработка электричества из ветра среди всех известных на сегодняшний день способов получения энергии является наиболее безопасным для окружающей среды. Ветровая энергия не только является экологически чистой и неисчерпаемой, но и характеризуется огромной накопительностью. Согласно приблизительным подсчетам, общий объем ветровых энергоресурсов в 3 раза превышает мировую потребность в энергопотреблении. То есть, если энергию ветра использовать в полной мере, то этого будет достаточно для обеспечения энергией 3 планет Земля. Однако ветровую энергию невозможно превратить в главный способ получения электроэнергии. Причина заключается в непостоянности этого энергоресурса. Непостоянность ветра является главным недостатком использования ветровой энергии для получения электричества. Постоянно прерывающийся источник питания не способен обеспечить прямые бытовые потребности человека. Главная особенность электроэнергии заключается в том, что ее подача и непосредственное использование происходят одновременно. Цель электрической сети в максимальном равновесии между подачей и использованием электроэнергии. Из-за такого дисбаланса происходит не только расточительство электрической энергии. Еще более страшным исходом является разрушение энергосистемы. Неразрешимая проблема прерываемой выработки ветровой энергии непременно усиливает дисбаланс между подачей и использованием электроэнергии. Если регулирование и контроль работы такой системы на недостаточно высоком уровне, то огромные усилия по развитию ветровой энергетики могут оказаться лишь пустой тратой времени. Сегодня наиболее передовые технологии, связанные с интеллектуальными электрическими сетями, создают довольно мощный потенциал для эффективного регулирования китайской национальной электросети, что открывает широкие перспективы для использования энергии и, в частности, ветрогенератора SL-5000. Июль 2011 года. Уже почти год, как началась работа по проектированию и строительству морского гиганта SL-5000. Главный вал, трансмиссия, электрогенератор и другие важные части ветрогенератора уже установлены в гондоле и прошли проверку.
Гондола ветрогенератора SL5000 наконец-то может покинуть стены завода. В соответствии с заранее подготовленным планом, процесс погрузки и выезда с завода прошли довольно успешно. Грузовик с большой платформой, который преодолел 400 километров, чтобы приехать сюда для осуществления транспортировки, выглядит не очень привлекательно. Обладает особой выносливостью. Каждая группа колес контролируется отдельно, хотя длина и ширина грузовика очень большая, на самом деле он довольно маневренный. Три часа спустя SL5000 прибыл в конечную точку своего сухопутного транспортировочного пути. Здесь уже ждет грузовое судно, чтобы доставить его в окончательное место установки – порт Яншань. Установка ветрогенератора в море – это сверхопасная инженерная задача, если учитывать условия морской поверхности в заливе Ханчжоу-Вань. Эта опасность возрастает в несколько раз. Главные враги для выполнения этой задачи – это морской ветер, волны и переменчивая погода. Иногда здесь дует мягкий ветерок и светит яркое солнце. Но на море открывается совсем другая картина. Риск, возникающий в ходе перемещения ветрогенератора с судна на платформу, заключается в том, что корабль поднимается и опускается вместе с волнами, а платформа закреплена неподвижно. В открытом море эта ситуация только усугубляется. В целях подготовки к последнему и самому сложному испытанию, предстоящей навесной установке ветрогенератора в море, место, где она будет происходить, проверяют все чаще и чаще. Ветрогенератор SL5000, который в ближайшем будущем будет установлен недалеко отсюда, в настоящее время является наиболее крупным морским ветряным генератором. Его высота более 150 метров, вес достигает 400 тонн. В процессе установки, если волны дополнят воздействие ветра, то это может привести к тому, что такой тяжеловесный объект столкнется с зафиксированной в море платформой. Даже незначительное столкновение способно привести к необратимым последствиям. Сентября 2011 года на острове Яншань начался самый важный этап установки SL5000, а именно этап, на котором производится присоединение лопастного винта к гондоле. До этого гондолу необходимо расположить под заранее определенным углом, прикрепив ее к верхушке временно построенной специальной башни. Благодаря тщательному планированию и работе филигранной точности, огромная гондола точно зафиксирована в необходимой позиции. Установление гондолы положило удачное начало. Пришло время приступать к перемещению лопастного винта. Процесс перемещения лопастного винта таит огромную опасность. Причина заключается не только в больших размерах и весе лопастей для SL5000, но и, что более важно, в их уникальной форме. Единственный возможный способ – это поднимать винт одновременно с помощью двух подъемных кранов. Здесь трудность заключается в том, чтобы достичь идеального баланса между двумя кранами. Расстояние от места крепления до концов лопастей превышает 60 метров. Если баланс между двумя кранами хоть немного нарушится, амплитуда колебаний концов лопастей увеличится в десятки раз. Для выполнения этой задачи требуется мастерство балансирования, как у канатоходца, который идет над пропастью. Погода неблагоприятствует. После обеда неожиданно поднялся сильный ветер. Темп работы необходимо ускорять. Пришло время для испытания мастерства машинистов двух подъемных кранов.
Любое столкновение абсолютно недопустимо. Инженер Тиу очень доволен сегодняшним продвижением работы. Перемещая этот огромный лопастной винт диаметром 128 метров, каждый проявил исключительную осторожность. Однако один случай все-таки заставил всех попотеть. К счастью, машинист крана отреагировал очень своевременно. Усилия всех участников рабочего процесса не оказались напрасными. После этой ложной тревоги пришли реальные неприятности. Ветер постоянно усиливался и очень быстро превысил допустимые стандарты. Все монтажные работы пришлось прекратить. В соответствии с предыдущим опытом, этот внезапный ветер долго дуть не будет. Поэтому завтра можно продолжить работу. Однако вдруг появились новые обстоятельства. Пришла новость из метеорологической службы о том, что атмосферное давление во всей морской акватории в западной части Тихого океана очень нестабильное. Существует очень большая возможность того, что в ближайшие два дня это может привести к тропическому шторму или даже к тайфуну. Первый выбор действий в этой ситуации заключается в том, чтобы полностью прекратить монтажные работы. Это наиболее безопасный способ, но согласно правилам безопасности, гондола и лопастной винт должны вернуться в свое исходное положение. Когда погода нормализуется, тогда придется начинать все заново. Это означает, что срок выполнения работы вновь придется отложить на потом. Это наверняка не понравится финансовому директору, так как сейчас ежедневный перерасход средств достигает 100 тысяч долларов. Другой способ заключается в том, чтобы подождать, пока порывы ветра прекратятся, и продолжить установку. В этом случае главный вызов состоит в том, что до прихода тайфуна ни в коем случае нельзя допустить ни единой непредвиденной ситуации. Инженер Тиу полон решимости принять этот вызов и продолжить монтажные работы. Однако в таком важном деле окончательное решение стоит за главным офисом. Наступила ночь, а главный офис так и не принял окончательного решения. Работникам остается только ждать. Гондола до сих пор установлена наверху временной башни, однако прочность временной башни гораздо уступает настоящей башне ветрогенератора. Чтобы предотвратить возможную аварию в ночное время, необходимо использовать кран для дополнительной поддержки гондолы. Сегодня кран Джен Шидзе будет работать всю ночь. Утром 4 сентября 2011 года Джен Шидзе проверяет состояние крана, который на автопилоте проработал всю ночь. Помимо снижения уровня топлива, никаких проблем больше нет. Ветер так и не прекратился. Главный офис до сих пор так и не принял решение. В последние несколько лет Джен Шидзе установил большое количество крупных ветрогенераторов. Но ни один из них не может сравниться с SL-5000. Джен Шидзе, который привык принимать вызов и действовать в сложной ситуации, давно готов сделать попытку, но сейчас он может только ждать. Джен Шидзе не любит много говорить. С детства он рос на берегу моря, поэтому, очевидно, лучше, чем другие, понимает эту стихию. Сегодня улов больше обычного. Похоже, вечером будет чем полакомиться. Утром пришло решение главного офиса о продолжении работ, но сможет ли ветер своевременно остановиться? После обеда, во время прилива, сила ветра вдруг ослабла. Инженер Тиу решил воспользоваться этим временным окном и начать установку лопастного винта. Больше всего Джен Шидзе беспокоится о винтах, с помощью которых будут присоединены лопасти к гондоле. Этих винтов толщиной, как человеческая рука, в общей сложности 108 штук. Главная сложность этой задачи в том, чтобы на высоте более 80 метров 108 винтов лопастного винта одновременно воткнуть в предназначенное отверстие в гондоле. На 80-метровой высоте сила ветра намного выше, чем на земле. Огромные по своей площади лопасти под воздействием ветра могут сместиться в любой момент. Сможет ли Джен Шидзе справиться с этой сложной задачей?
На морском побережье ветер к вечеру постепенно усиливается, поэтому необходимо как можно скорее приступать к монтажным работам. Но перед наиболее трудным этапом установки необходимо разрешить еще один важный вопрос. Как это крупнейшее в мире лопастное колесо перевернуть с горизонтального в вертикальное положение? Способ решения заключается в использовании двух кранов, которые поднимут лопасти на определенную высоту, а потом один из них начнет медленно опускать одну сторону, таким образом колесо само собой примет вертикальное положение. Но это только звучит просто, ведь ни на одном этапе нельзя допустить ни единой ошибки. Три часа после обеда начался последний сухопутный процесс установки. Спустя 45 минут лопастное колесо поднялось на предопределенную высоту. Один кран выполнил свою работу и оставил место. Лопасти оказались свисающими в вертикальном положении. Начался наиболее опасный этап работы. В подвешенном состоянии контролировать движение объекта в горизонтальной плоскости труднее всего. Но лопастное колесо ни в коем случае не должно столкнуться с гондолой, потому что такое столкновение может вызвать невидимое невооруженным глазом повреждение. Такие скрытые повреждения могут таить в себе серьезную угрозу безопасной эксплуатации ветрогенератора. Чем больше расстояние дистанционного управления, тем больше нужно времени для отклика. Джан Шидзе дает команду двигаться вперед. Спустя несколько секунд лопасти действительно начинают двигаться. Джан Шидзе необходимо уверенно контролировать расстояние. В течение одного часа в ходе тщательной корректировки Джан Шидзе продемонстрировал превосходные навыки контроля. Огромное лопастное колесо успешно присоединено к гондоле еще до наступления темноты. У Джан Шидзе есть основания порадоваться некоторое время. В ночных сумерках морской гигант SL-5000 впервые представил свой облик. До сих пор все находится под контролем. Сентября 2011 года морской гигант SL-5000 уже надежно установлен на полупогружном судне. В 9 утра это полупогружное судно с помощью нескольких буксиров покинуло порт. Расстояние от порта до места установки составляет почти 40 морских миль. Ветрогенератор SL-5000 прибудет на место установки еще до наступления темноты. После 8 часов пути SL-5000 доставлен на предопределенное место. Здесь его уже 9 дней ждет плавучий кран «Фэнфань». В западной части Тихого океана уже два дня назад сформировался 13-й по счету в 2011 году тайфун Нору. Последнее временное окно открыто только на 24 часа. 6 сентября это, возможно, последний солнечный день недели. Именно в этот день для монтажной бригады наступает самый важный момент в ходе выполнения этого проекта. Успехом или неудачей закончится два года усилий. Все зависит от этого последнего шага. В сравнении с прочным, устойчивым фундаментом, установленным на суше, фундамент SL-5000 в море более подвержен риску смещения. Малейшее смещение фундамента к верхушке 150-метрового ветрогенератора может превратиться в огромное отклонение. Сегодня, если произойдет смещение морской платформы в результате случайного столкновения с SL-5000, все задание по установке ветрогенератора закончится неудачей. Состояние платформы контролируется с помощью специального измерительного прибора. SL-5000 ни в коем случае не должен столкнуться с платформой. Но проблема в том, что на постоянно колеблющейся морской поверхности корабль постоянно пребывает в движении. Спокойно установить SL-5000 на платформу кажется невыполнимой задачей. В 10 часов утра монтажные работники покидают подвесную балку. Кран «Фэнфань» осторожно поднимает SL-5000.
Спустя 2 часа SL-5000 поднят над платформой. Как ожидалось, даже используя большой плавучий кран Фэнфань, диапазон раскачивания SL-5000 довольно большой. Конечно, поиски решения проблемы начались не в это время. Отдел, отвечающий за установку в море, заранее разработал устройство, способное поглощать ударную силу при стыковке. Когда две его части присоединятся, ветрогенератор сможет точно опуститься на предназначенное место. Звучит неплохо, но проблема в том, что это устройство еще не применялось с такими сверхтяжелыми ветрогенераторами. Может ли оно гарантировать успех? В 2 часа дня после присоединения стыковочное устройство начало показывать себя в действии. Технология по предотвращению столкновения при присоединении в настоящее время также находится в тайне. Но сможет ли она исполнить здесь свою роль? Вскоре мы сможем об этом узнать. В 4 часа после обеда башня точно стала на место. Результаты проверки показали, что в процессе установки платформа совсем не изменила свое положение. Вечером 6 сентября 2011 года ветрогенератор SL-5000 спокойно возвышается над морской гладью возле моста Дунхай. Возведение этого ветрогенератора стало важной вехой в освоении западной части Тихого океана и новым прорывом человечества в области использования энергии ветра.